давай свой ре соль. Или ля. Музыкально. Кеша услышит уже. Ну, где-то так, то ли 7, то ли 8. Витя, одна просьба, ровненько, потому что ты здесь в оркестровом месте. Он понимает. О, ну включи еще раз. Назвали, прости, она не, дорогой. Она не подошла мне как это самое, как здорово, еще раз. Как... Смотри, я, блядь, для этого, я выключил эту ебасу, да. Она влезла, охуенно уже цепанула, стойку такую развернула, блядь, машина. Там это закрывали магазин музыкальный. Сэповисим, типа, типа. Ты со звуком пишешь, да, Леша? А как же, текст был шикарный.
смотри, волшебник Магор плывет на лодке по реке к океану. Или вон там, охваченный сиянием золотым заходящего солнца, летит на крыльях орла. Ты спросишь, вижу лодку, вижу орла, не вижу нигде дома Магора. Я отвечу, его дом повсюду, там, где Магор совершает чудеса.
Thank you.